Редкое оборудование для испытательных лабораторий разрабатывают и производят в Твери. Техника предназначена для проверки на качество и соответствие государственным стандартам разного рода продукции, от мебели до кроссовок. Спрос на такое оборудование особенно вырос после введения санкций. Тверские инженеры готовы полноценно заместить зарубежную технику и уже имеют более современные и функциональные разработки. Стенды с такой техникой необходимы для проверки на прочность и соответствие ГОСТам разного рода продукции. К примеру, вот эта конструкция испытывает на прочность велосипеды, а это кровати и матрасы. Здесь все выверено до винтика в соответствии с регламентом груза, амплитуда, толщина, углы. Техника разработана и изготовлена тверской компанией «Магма». Наше оборудование по ряду параметров более практично, чем зарубежное, а еще компактно и многофункционально. На одном стенде можно проводить одновременно или раздельно сразу несколько испытаний, независимо друг от друга, без нарушения требований нормативного документа. При расширении области аккредитации, либо при изменении нормативного документа оборудования можно переделать, переоснастить. Весь коллектив производства – тверские специалисты, которые сами разрабатывают конструкции, пишут программное обеспечение, собирают готовые изделия. Комплектующие тоже российские. Производитель отмечает прочность оборудования, надежность и безопасность. Вообще подобных предприятий в стране – единицы, а потому спрос на продукцию вырос в разы, особенно после ввода импортозамещения. Производимое нами оборудование позволяет не зависеть наших потребителей отечественных от закупок зарубежных производителей, тем самым снижая затраты на его приобретение и доставку. И в том числе увеличивает уверенность в гарантии качества и сервиса обслуживания. «Магма» работает в Твери с 2019 года, но уже успела зарекомендовать себя на рынке и получить награды. В этом году нас наградили дипломом лауреат на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Мы теперь можем этим знаком отмечать свое оборудование, что подтверждает качество производимого нами оборудования. В связи с тем, что вырос спрос на тверскую продукцию, было принято решение о создании собственного металлообрабатывающего комплекса. Это позволит запустить полный независимый цикл производства высокотехнологичного оборудования. Площадку планируется запустить в индустриальном парке Боровлева-1 в 2023 году. Это позволит также организовать 80 рабочих мест. Со стороны регионального правительства инвесторам оказывается содействие в реализации проекта, в том числе и развитии инфраструктуры. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает ключевым направлением реализации инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции. Кроме того, это хорошая возможность увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России.